Добрый день, уважаемые коллеги. Раз, два, три, четыре. 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 Один, два, три, четыре. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте посмотрим, сверим, как видно, как слышно. Отлично, мы видим, что Челябинская область уже на связи. Здорово. Здорово, здорово. Давайте посмотрим, кто еще вышел на связь. Да, говорю. Ну, молодец, хороший педагог оказался. Ну и отлично. Дай Бог ему здоровья. Да. Добрый день. Добрый день. Давайте проверим, как слышно и как видно. Как слышно и как видно. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте проверим связь. Отлично, спасибо, Наталья. Видно и слышно, поэтому у нас еще 5 минуточек. Мы дождемся всех участников, которые хотят поучаствовать в нашем вебинаре, и начнем работу. Добрый день, Санкт-Петербург, здравствуйте, Сургут, здравствуйте. Давайте будем регистрироваться из какого города, из какой образовательной организации, и будем начинать. Город Байкал, Челябинская область, очень приятно, очень приятно. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас есть буквально 2-3 минутки. Здравствуйте, Пенза. Алло, здравствуйте. Снова Чапаев на связи. Итак, ровно 2 минутки для того, чтобы зарегистрироваться, выйти на сайт для работы на вебинаре формирования партнерских отношений. Кузьмир Альц, здравствуйте. Уже не первый раз Феликс принимает участие, очень приятно. На наших вебинарах. Итак, одна минутка, я буквально сейчас дам последнее распоряжение секретарю и начнем.
Итак, добрый день. Добрый день всем, кто только что вышел на связь. Здравствуйте, я рада приветствовать представителей Санкт-Петербурга, Пензы, города Байкал, Челябинской области, Среднеуральска, Астрахань. Добрый день, приветствуем вас, теплый Астрахань, Челябинск снова. Ну что же, у нас есть буквально еще, да, ровно уже мы будем начинать. Готовность полностью. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на вебинаре в формате реализации социального гранта. И сегодня управленческая тема, которая касается формирования партнерских отношений в образовательной организации. Скажу вам честно, что это одна из моих любимых тем, потому что много лет назад, 20 лет начиная работать директором, я увидела следующую вещь, что если школа бьется одна, и работать, складывая ребенка одна, то ребенок получается как сосуд. В школе мы заполняем этот сосуд, если дома он не поддерживается, он выливается. В школе наполняем сосуд, если он не поддерживается, дома выливается. И тогда мне и моим коллегам стало жалко наших усилий, наших таких вот, может быть, неэффективных вложений. И мы сделали для себя вывод, что тогда процесс работы образовательной организации будет максимально эффективным, если будут пропорционально равные вложения во всех участников образовательных отношений. И в детей, и в педагогов, и сколько мы вкладываем педагогов, вы это слышали на вебинарах моих по модели самообучающей организации. Но сегодня разговор в большей мере пойдет про родителей. И я всегда представляю для себя, общаясь с родителями, ведя семинары, тренинги, следующую модель треугольника. Представим, что один угол – это семья, другой угол – это школа. То чем ближе присоединяется семья и школа, тем выше поднимается на верхушке ребенок в состоянии его развития и успешности. Это вот такой вот треугольник, да, который в моем понимании является такой очень эффективной моделью для работы с семьей. Ну и вопрос организации работы с семьей. Много лет назад на представителе мы для себя вывели следующую формулу. А как работать с родителями, чтобы получить максимальный результат, чтобы получить максимальную поддержку. И вывели для себя, что необходимо одинаковое вложение в 4, так скажем, спектра работы с родителями. Информирование, дальше вовлечение, просвещение и соуправление. И если хотя бы какое-то одно звено западает, то, соответственно, происходит перекос и некое вот недополученность результата и отдачи от наших родителей. Ну, первое, конечно, я бы начала разговор с вопросов информирования. И здесь очень часто недовольство родителей порой возникает из-за того, что наши родители чего-то в меньшей степени информированы, или узнали просуренную информацию через пятые руки, уже максимально преломленные с развития целого ряда взглядов на жизнь и так далее. Поэтому для того, чтобы информирование было результативным, есть полное очень такое системное информирование родителей через модель журнала, электронного журнала «Эльзюр». Когда загружены все электронные адреса и любая информация, касающиеся конкретной параллели, конкретного класса, со стороны директора, заучи, медиков, она очень быстро загружается и доходит до родителей в ее первозданном, как я говорю, варианте. Конечно же, есть налажена во всех классах быстрая связь. Таким образом, если необходимо, ну, например, он выходит на день здоровья, запланирован на субботу, первая суббота сентября, вдруг вечером и завтра уже резко меняется погода, при которой, конечно, именно день здоровья проводить не будет. Поэтому идет быстрая WhatsApp-информация на всех классах руководителей, они ее пересылают на одного родителя, у которого есть быстрая связь со всеми родителями других классов. Конечно, информация на сайте, которая необходима для родителей с точки зрения всех его аспектов. Для информирования используется и Google платформа. Это платформа, на которой создан методический кабинет учителей, созданы целый ряд ценных методических рекомендаций, советов для родителей, чтобы не перегружать сайт вот именно на Google платформе, на которой есть доступ у каждого родителя. Есть следующий блок информации.
В этом году мы минимизировали общешкольные родительские собрания. В начале года, сделав непосредственно присутственные только для первых, пятых и десятых классов. Для остальных классов была подготовлена полностью информация со стороны директора и зауча о графике учебного года, о тематике каникул, о особенностях учебного плана, и многие другие вещи. И в форме небольшого выступления и презентации была сделана ссылка на данное выступление. А самое главное, что мне кажется, мы говорим, приготовим методический кабинет, видеоведческий кабинет для родителей. И порой на собраниях в сентябре математика входит все 5 классов, 5 параллели, сказав, что же он будет делать в году с ребятами, какие результаты он должен получить, как дети должны готовиться, какие предложения должны быть у детей там в 6 классе. Чтобы вот эти минимизировать это все хождение педагогов, будущее нахождение в школе в сентябре, мы сделали тут кабинет по каждой параллели. Таким образом, я родителям прихожу вечером, включаю онлайн ссылку, и все педагоги работают в моем классе, очень по форме заранее записанной видеозаписи, очень подробно проговаривают о целях, задачах, о необходимой подготовке, не других вещей. Ну и, конечно, целый ряд информирований проходит на родительских собраниях, но в большей мере мы выдаем либо информационные листы в начале собрания, что многие вещи не устно не проговаривают, а люди просто их читают, либо делаем лишь маленькие совсем блоки информационные, тематические собрания. Чисто информационные собрания не проводим, потому что вопросы смысла, да, и затрат. А самый огромный блок – это блок вовлечения родителей. И здесь на данной слайде презентации отмечены брендовые события гимназии в течение учебного года. То есть события, в которых принимают участие все участники образовательных отношений. Дети, родители, педагоги. Ну, первоклассные сборы проходят в гимназии за неделю до 1 сентября, и на них выезжают родители, дети, педагоги, административная команда и параллели первых классов. Для того, чтобы еще за неделю до 1 сентября в эти условия знакомства между детьми, вовлечение в какой-то общий процесс. И поэтому, не зря говорят, что 1 сентября дети испытывают второй самый большой стресс в своей жизни, когда чужие люди, чужой педагог, чужое здание и очень сложная ситуация привыкания, да, особенно с первого дня. Когда за неделю в первоклассных сборах знакомят дети и педагоги, творческие игры, вечерние программы и многие другие вещи, это становится уже хорошим условием для создания уровня комфорта и хорошей мотивации на 1 сентября. День здоровья. Первая суббота традиционно вся гимназия начинается с 10 утра, первые, вторые, через час второй, четвертый, через час пятый, шестой. Дети, родители, педагоги все выходят на озеро Шарташ на берег Изоплита. Это городская зона, непосредственно городская зона нашего города, природная зона. И здесь каждый год своя тема. Эта тема связана с тематикой года. И когда, например, в прошлом году был год великих открытий, весь год тематически, это был посвящен на эту тему, или не это 1 сентября, на эту линейку и день чести, на эту тему социально-экономических спектаклей, на эту тему защиты проекта, неурочная вся работа, чтобы, ну, как бы было циклическое в течение учебного года, то и день здоровья, когда каждый класс выбирал то научное, либо культурное, либо спортивное открытие и презентовал его. Как проходит день здоровья? Линейка построения всех классов двух параллелей. Со своим названием, своим единым, своим приветствием. После этого дети расходятся на лесополосе зоны команды образования, которые проводят психологи, а родители начинают развивать бивуаки. И каждый бивуак тоже оформляется на тему данного праздника. Параллельно команды папы и мальчики играют в хоббол и футбол на площадках. Проходит тематическое жюри, оценивает лучшие различные выступления по номинациям. И в финале параллель завершает выступление, показывает свой творческий номер. В творческом номере под ним выступают и родители, и педагоги, и дети конкретного класса. Это всегда очень яркие события. Если вы зайдете на фотогалерею на сайте гимназии, то вы увидите, насколько эти события очень яркие. В этом году, например, тема «Год чемпионов» в гимназии и «День здоровья» шел на тему 4-5 стихий.
когда каждый класс убрал себе тему либо стихии воды, либо воздуха, либо земли, либо придумывал один из классов стихии вида жизни на земле. И на эту тему было и название команды, и оформление стола, и блюда были приготовлены, и выступления на эту тему творческие. Ну вот такие вот дни здоровья, где участвуют все участники взаимоотношений. А как же эти дни проводятся в классе? Вот все этапы управленческие проходит дружная команда класса и родители. Вместе придумывают, вместе репетируют, вместе участвуют и вместе выходят. Вот очень важный момент, когда вот, потому что очень часто именно в процессе придумывания сказки, репетиции нового представления, пошива костюмов, происходит некое сплочение и заключение родителей. Несколько дверей. А в гимназии проходят два раза в год, октябрь и апрель, когда по различным современным образовательным технологиям проходят открытые уроки. В этот день можно пройти мастер-класс для родителей по тем или иным технологиям, открытые столовые для дегустирования блюд, работают открытые занятия платных услуг образовательных, неурочной деятельности. Таким образом, родители вовлекаются в образовательный процесс с целью и на всех уроках на открытых родители, если групповая работа, работают отдельные группы и включаются в процесс. Одинаково педагог обращается к вопросам не только к деткам, но и к родителям точно на уроке. Вот такая интеграция, которая происходит с позиции вовлечения. А форум наук начала декабря пошли в защиту различных проектов и научных различных работ. И в жюри сидят родители. И помощь в защите в начальной школе принимают родители. Новогодние программы. Новогодние программы проходят в контексте больших итоговых проектов. Так, например, в этом году на сцене консерватории музыкальной мы арендуем, потому что нет большого зала в гимназии, пройдет сказка мюзикл начальной школы 12 месяцев. И вот здесь вот максимальное включение детей, родителей с точки зрения помощи в репетициях, пошива костюмов, главных ролей, оно, конечно, тоже здесь компилируется. Ну и новогодний мюзикл на английском языке, который будем показывать в 7 классе «Красавица и чудовище», приглашаются все родители, подключаются также к этому большому событию. Дни карьеры. Дни карьеры проходят в гимназии два раза в год. И задача администрации на данном процессе такого дня – собрать максимум полезной информации о предприятиях, где работают родители. Потому что наши современные дети, к сожалению, имеют очень малое представление о современных профессиях, о современных предприятиях. А когда родители договариваются не только на экскурсии, но какие-то минимальные практики, минимальные действия на том или ином предприятии, детям это очень нравится, и такой вот день карьеры, когда ты выбираешь для себя свой будущий путь, смотрят, он очень полезен. Без родителей его, конечно же, не провести, потому что одном различных предприятий он только может его составить благодаря родителям. Поскольку родители являются самыми активными участниками всего процесса, то в январе, 12-13 января, для лучших родителей гимназии, по приблизительным билетам, педколлектив гимназии, максимально это работает именно педагоги, проводит рождественские встречи для лучших родителей. Приглашается по 5 родителей с каждого класса, самых активных. Те, кто помогают обычно в организации, помогают, может быть, там в сопровождениях на разные образовательные поездки. Те, кто помогает писать сценарий, английские сборы и так далее. И накрывается большое такое чаепитие, устраивает силами педагогов большой концерт. Это очень яркий концерт силами педагогов. И вот любой родитель мечтает побывать об этом концерте, потому что потом они возвращают организованные программы или конкурсы, фестивальная часть с конкурсами, с призами. Ну, вот такой вот потрясающий, добрый танцевально-музыкально-концертный вечер для лучших родителей. Лидерские сборы традиционно в конце ноября, мы сейчас начинаем с 22 ноября по 24, на сутки выезжают первые старые картины, до 4-й картины, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 11-й уже выезжают сами, и большие программы, которые ведут лидерские сборы. Это тренинги, отдельно для детей, отдельно для родителей. Тренинг «Ты и я, счастливая семья», тренинг «Родители детей одного класса», мастер-классы. Мы привлекаем ежегодно родителей к проведению различных творческих, спортивных, танцевальных и музыкальных мастер-классов. И знаете, какое разнообразие, мы всегда видим все сборы, проводя потрясающие мастер-классы по изготовлению, например, различных фруктовых
удобных, значит, канапе, либо интересных новогодних сюрпризов открыто, либо используя материалы, которые порой даже не предполагают, что их можно использовать. Поэтому около 20 мастер-классов идут родители на сборах. Для них это самореализация, для них это желание внести свою лепту. Но с каждым годом количество родителей, желающих, все больше и больше возрастает. Самым главным событием в конце года в апреле является День чести гимназии, на котором чествуются лучшие дети, родители и педагоги. И традиционно это бывает очень самый яркий формат события по итогам года. Например, когда тема года была «Россия, матушка моя», это был большой императорский бал. И заранее к этому балу готовились 700 человек. Это 200 пар родителей, которые репетировали полонезы, мазурку и так далее. Это дети. Готовились вечерние костюмы. И самый большой танцевальный зал города ЦК Урала был использован для того, чтобы такой настоящий большой императорский бал. А далее императорскими лентами, знаками отличия награждались лучшие дети, родители, педагоги в 5 номинациях, 5 ведущих академиях. Академии наук, Академии здоровья и спорта, Академии творчества и мастерства, Академии лидерства, Академии добрых дел. И традиционно, когда рядом в каждой академии стоят дети, родители, педагоги, это дает хороший старт и мотивацию для других детей, для других родителей. На этом же празднике проводится итоги конкурса «Самый классный класс». И на сцену выходит самый классный класс. Не только дети, выходят все родители, выходит учитель. И вот такие аплодисменты, такие возгласы радости, когда выигрывает класс, но это выиграл класс, именно класс детей, родителей и педагогов в этой части. Большое событие мастер, завершающим ту или иную тему, является фестиваль «Весна гимназии». И традиционно это проходит фестиваль на улице, у гимназии, к сожалению, места нет. А вот около ЦК Урала большой, на большой площадке, большой территориальной, находятся также по времени родители, дети и педагоги. И это обычно самое завершающее событие учебного года. Когда с 10 утра до 4 часов идет на одной площадке непрекращающаяся концертная программа всех коллективов, ярких номеров по итогам учебного года. Когда работает город мастеров, педагоги, родители, идут разные мастер-классы на тему этого года. Когда проходит огромное количество конкурсов, дети зарабатывают жетоны. Это квест-игра на территории. Это иногда финал конкурса «Мисс и мистер Весна гимназии». А представляете, одновременно 2000 народа присутствуют с 10 до 12, пока идет начало, потом с 12 до 2, пока идет большая школа. Финальное событие года на конкретную тему. Очень часто на весне гимназии проходят благотворительные ярмарки. В нашей гимназии 22 ребеночка с особенностями здоровья. И, конечно, и корсеты, и всевозможные другие вещи требуются этим ребяткам и каждый год. На ярмарке, которую проводят родители, и угощения, и поделки, и дети делают, а собирается определенная сумма для того, чтобы купить какое-либо приспособление для ребяточек, кто возьмет. Вот такое большое событие. Ну, конечно, очень таким эффективным с позиции качества образования является форма родительских собраний в формате 3D, когда одновременно в зале трех групп дети, родители и педагоги есть полный формат этого родительского собрания, я о нем скажу немножко позже, и вовлечение в конкретную задачу, например, задачу повышения качества образования в конкретном 7-е классе. Это присутствуют родители 7-е, дети 7-е, педагоги, работающие в 7-е классе. И при помощи модели собрания 3D находятся способы решения той задачи, которая стоит. Ну, а день рождения гимназии ежегодно проходит в разных формах, где участвуют родители и педагоги. И один год это была битва хоров, один из хоров гимназии, и хор родителей по количеству 70 человек победил. Это конкурс музыкальных групп, где музыкальная группа, это клавишники, барабанщики, вокалисты, значит, гитаристы. Родители тоже очень успешно вестировали на этом гала-концерте. В этом году, по
год чемпионов, то пройдет день рождения гимназии большой олимпийский марафон. А это значит большие гонки. Дети, родители, педагоги в одном из самых больших спортивных комплексов города. Это вольные упражнения, это парад чемпионов, спортсменов, детей, родителей и педагогов. Это игры по футболу, сборные педагогов, детей, родителей. Вот такое вот яркое событие в большом зале, где много зрителей. Но опять же все вместе, опять же одной семьей. Вот для чего, собственно говоря, вовлечение. Третий большой блок – это, конечно же, просвещение. Наши родители, я всегда говорю, к сожалению, существует много сегодня различных школ, где обучают рисовать, танцевать в разном возрасте и даже ставить уколы, воспитывать животных, но нет пока в российском менталитете системы, которая бы обучала родителей быть эффективными родителями. Поэтому, к сожалению, современные родители идут двумя путями. Либо первое – путем проб и ошибок, жалко сделать большое количество ошибок, если ребенка разбудит первый класс и второй. Либо как воспитывать нас ваши мамы и папы. И среди нравственности это проходит, но учитывая ребята совершенно другие, к сожалению, во многие вещи не работают. И поэтому помочь родителям больше узнать о детках, об их возрасте, в различных эффективных формах, конечно, помогает Академия счастливой семьи. Этот блок включен в обязательную программу дошколенок. И я всегда говорю, что готовить к школе нужно детей. Научу детей писать, читать, мы сами хорошо научим. А вот родителей подготовить к школе, для того, чтобы сформировать у них новую позицию, позицию родителя не дошкольника, а родителя школьника. Для того, чтобы перевести их из модели поддержки, из модели помощи к модели поддержки. Для того, чтобы показать им целый ряд законов, эффективных законов про общение в семье с ребенком. Ну и так далее, и так далее. Это, конечно, академическая семья и всевозможные мастер-классы, тренинги и тематические собрания. А если мы говорим регулярно родителям, уважаемые родители, гимназия внедряет федеральные образовательные стандарты, по ранней ступени 5-11 класса, то мы очень часто рассказываем родителям очень конкретно, отрабатывая с ними на собрании, а чем же отличается федеральный образовательный стандарт, чем отличаются современные технологии. Вот почему все общешкольные родительские собрания ведутся при помощи современных образовательных технологий. И когда методическая тема учебного года, позапрошлом году было учебное проектирование, то родители все были разделены на группы, а собрали вся прослойка для каждого класса за своим рабочим столом. То при помощи работы с текстами, а это был текст, выдержка из федерального государственного стандарта о необходимости учебного проекта. Это было, опять же, выдержка из федерального стандарта о том, какие универсальные учебные действия развиваются, когда ребенок работает по созданию проекта. Это было положение генетическое о написании учебных проектов, о учебном проектировании. Это была программа, очень краткая выборка из программы курса учебного «Основы проектной деятельности». Таким образом, при помощи различных стратегий, и ЗСУ, и дерево проблем, и маркерная разметка текста, и инсерт, и ромашка Блума. Родители осваивали информацию этого текста и далее презентовали друг другу. Таким образом, мне директоры завуч рассказывали, для чего необходимо детям заниматься учебным проектом. А родители сами, осваивая различные технологии, изучая целый ряд нормативных материалов, друг другу рассказывали очень коротко в форме презентационных листов А3, для чего это нужно. Ну и последний блок, это блок соуправления. Главной формой является стратегическое планирование, когда раз в три года для создания программы развития, эта сессия проходит для всех родителей, буквально 11 параллель, 11 собраний, для всех педагогов, для старшеклассников, для гимназистов. И на этой сессии, благодаря сессии стратегического планирования, выявляются сильные стороны работы организации, зоны роста, ведется в различных интересах формах анализ деятельности. И я уже показывала на одном из вебинаров, что так, благодаря сессии стратегического планирования, был создан такой продукт, который называется бренд-код гимназии, где сведено все, ценности, основные события, основной стиль, основные проекты и так далее, и так далее. Создана программа развития гимназии, по которой сейчас гимназия работает. И в таких же сессиях ведутся аспекты планирования на учебный год. Если ведется управление, то 18 лет назад родители организовали отдельное юридическое лицо, некоммерческое партнерство «Родительский союз». И это самостоятельная юридическая организация, которая решает вопросы помощи организации, в большей мере не оплачивают
охрану, хотя в городе не выделяются деньги на охрану организации, решает Энергетический союз вопросы снабжения всех классов питьевой и кулерной водой, далее организации покупки призов на различные многочисленные наши события, которые проходят в гимназии, и целый ряд технических вопросов, ремонтных, экстренных вопросов и так далее. Но у гимназии есть проблемы, что это приходят родители, это такие самые деятельные родители, потому что управляющие советы принимают самые серьезные вопросы, утверждаются программы развития, выбираются самые тренды развития организации и решаются срочно возникшие проблемы. Ну и, конечно, на взгляд совете, когда идет раз квартал, полное число финансирования образовательной организации, других вопросов, конечно, на взгляд совете будут родители, которые достаточно компетентны по всем вопросам. Я лишь покажу вам сейчас пример работы с родителями, благодаря которой было создано некоммерческое партнерство Российской Союзы. Потому что, вы понимаете, просто так ничего не происходит. 18 лет назад, когда я как директор увидела явную проблему в работе, уменьшено финансирование принципиально было образовательной организации, уменьшено число ставок на ручной деятельности, доп. Образования, на ремонте, то тогда у меня возник вопрос, как дальше быть? Ведь для меня лично идти по пути не развития, это не мой путь, а развиваться нет на то финансовых условий. И вот тогда мной была придумана форма родительского собрания, в результате которой естественным образом и было создано коммерческое партнерство Российский Союз. Я лишь покажу буквально несколько моментов. Да. Для меня была важна цель, я четко понимала, что должна найти выход из ситуации с точки зрения финансирования образовательной организации. И родители сидели группами, я это работала каждый вечер, каждый параллели. В результате группам задавались, были несколько было туров родительского собрания. И первый тур родительского собрания звучал вопрос группы родителей, группа первого Б, каким бы вы хотели видеть ребенка на выходе. Через 3 минуты на форматах А3 каждый класс, каждая группа очень грамотно, как мне кажется, написали такие вещи, как здоровым, функционально грамотным, далее готовым, что называется, выбрать профессию, ну, все достаточно очень умно и очень компетентно. В результате вот этого первого тура и получили информации, мы лишь скорректировали тогда модель выпускника гимназии, потому что родители очень четко выявили заказ, где на первом, на одном из первых мест было вопросы здоровья. Вот почему три кита работы организации до сих пор это блок здоровья и уже дальше воспитание, то есть обучение, да, потому что вот почему человеческая служба многочисленная, вот почему аппараты очистки воздуха во всех классах, вот почему мы уже 18 лет, когда никто об этом не говорил, у нас уже было 3 урока физкультуры. 10 спортивных бесплатных секций по всем направлениям. Аппараты очистки воздуха на ввод, на здание, во все вводки, связанные с приготовлением питания. Тренажерный кабинет, кабинет охраны зрения. То есть вот благодаря тому, что вот чуть-чуть для родителей будет ориентироваться, вместе с родителями, некоммерческая партнерство, эти вопросы и решал. Итак, первый тур родители сформулировали понимание, как ребенок будет на выходе. А дальше задача подсказки, какие должны быть условия созданы для того, чтобы этого ребеночка замечательно с такими его характеристиками на выходе получить. И вы знаете, родители также очень грамотно стали говорить, кадровые, нормативные, финансовые, материально-технические. И все это было совершенно правильно. После этого я попросила проранжировать эти условия, проговорить следующую фразу. Да, кадровый, конечно, это очень важный момент, но на сегодняшний момент, 18 назад, я проговорила следующую фразу, катастрофически не хватает педагогов иностранного языка. И привлечь в школу из центров иностранного языка, который массово открывается, можно только при помощи каких-либо финансовых условий. И тогда родители, проранжировав каждую группу, на первое место поставили финансовые условия. И после этого был задан следующий еще вопрос всем группам родителей. Назовите, пожалуйста, источники финансирования. За одну минуту родители в каждой группе очень быстро написали такие вещи, как государство, спонсоры, дети могут сами заработать
и родителя. Тогда я предложила, мы поработали очень быстро с каждым этапом, и по поводу государства я показала полностью смету. Я приготовила терапевту сметы образовательной организации, зрители ведь для этого задавали вопрос, а что на трёхную бумагу тоже нет? Я говорю, вы видите. А что вот на это тоже нет? Нет. Таким образом, мы пришли к такой мысли, что, к сожалению, государство находится в роли больного дедушки, которая и может помочь, и хочет помочь, но пока не может. Следующий вопрос по спонсору. Мы задали вопрос, да, уважаемые родители, если у кого-то, я как директор обошла на бизнес-квесты, но поскольку у предприятий нет заинтересованности в школах, они за вложенные деньги так или иначе ничего быстро не получат в ответ, то я, к сожалению, не смогла найти спонсора, который бы все наши сами проблемы обеспечивали. Есть, родители, уважаемые, у вас какие-то предложения по спонсорам? Нет, кроме родителей. И тогда, кроме понятия государства, финансирование на развитие, мы зачеркнули и слово на доске спонсор. Далее остались два источника. Дети сами и родители. Я привела пример, что была попытка очень хорошая, когда дети придумали создать тренажерный зал. И тогда в 1990-х была придумана акция, что мы проводим ярмарку на Масленице, а после продажи блинов, поделок, собираются деньги, деньги покупаются семена. На эти семена высаживается рассада. Рассада продается в микрорайоне, тем самым получается финансовая сумма на тренажерный зал. На самом деле все так и было сделано, но только по ходу роста часть рассады, к сожалению, погибла, потому что не во всех кабинетах, не все педагоги, не все дети ухаживали должным образом. Но тогда была заработана сумма 6 тысяч рублей, и на эти деньги хватило только, чтобы отремонтировать тренажерный зал, пока не купить тренажеры. Поэтому я показала пример, что дети могут, но это очень незначительно. И тогда вычеркиваем собственное зарабатывание детьми, сказали родители. И дальше один удивленный, в каждом параллели был удивленный возраст. Так это что? Остаемся только мы, значит, родители, которые, в общем-то, могут вести на развитие. И таким образом, после каждого собрания, я просила остаться самых активных родителей в инициативную группу, для того, чтобы вот эти вот 25 человек из всех параллелей, для того, чтобы выйти на какое-то вот решение. Решений было много, и родители понимали, что это финансирование, но собирать его наличными деньгами – это противозаконно. И тогда родители, это был конец мая, приняли решение о том, что надо создать отдельное юридическое лицо. Но поскольку это чисто родительский взгляд на жизнь, то летом я не перебила родителей, не беспокоила. И каково же было мое, не представляете, огромное удивление, когда в середине августа ко мне подошло 5 родителей, да, из 5, в группе осталось только 5. Но они показали мне полностью устав организации, которую мне открыли для коммерческого партнерства, печать, показали счет в банке, попросили по юридическим нормам кусочек маленькой аудитории в аренду в гимназии, для того, чтобы находиться в этом помещении. И тогда была проведена первая конференция, родителям было предложено по желанию вступить в это партнерство. Есть норма, что есть износы, и уже тогда, по безнальному расчету, на счет в банке, родители стали переводить свои ежемесячные членские взносы, конечно, не все. Первый год в экономическом партнерстве союз родителей было где-то процентов 60. Это сегодня около 92% родителей в этом экономическом партнерстве, родители сами собираются, в начале года полные конференции, друг перед другом отчитываются, я лишь прихожу, благодарить за помощь, поговорить о самых явных проблемах, но родители, все объекты, которые берут на ремонт, находят сами бригады, сами рассчитываются, согласуют со школой только нормы санитарно-режима и пожарной безопасности. Вот так я показала вам на одном примере, каким образом, если грамотно провести работу с родителями, можно дать дело, и сегодня некоммерческий партнерство 18 лет, это организация, которая помогает решать очень много задач. Это и гранты учителям за победы в олимпиадах НПК. Это и премирование классных руководителей за победу классов в самый классный класс. Это и финансирование всех наших ярких событий и оплаты аренды залов, многие другие вещи. Вот таким вот образом, да, я продемонстрировала вам одну из форм
работать с родителями, при которых создается очень хороший результат. Ну вот как раз четвертая группа, когда была создана рабочая группа, и была создана непосредственно непоймешься партнер, свои цели образования, а это специалист. Что же еще, какие события проходят с привлечением максимально родителей? Общешкольные родительские собрания в финале учебного года в мае по всем параллелям проходят в формате фестиваля знаний и увлечений. Когда не просто зал, что директор отчитывается о работе за год, а когда идет очень краткая презентация о работе организации за год, а дальше идут презентационные лучшие номера по итогам года от каждого класса. И кто-то поет песню с фестиваля военно-творческой песни, кто-то исполняет песню на французском языке фестиваля иностранных языков, кто-то показывает потрясающее выступление фестиваля диетических спектаклей, который проходит регулярно в конце января. Это очень мощная воспитывающая штука, форма в образовательной организации. Далее вызываются в конце собрания родители, вручают благодарственные письма внутри каждой параллели. Проходят родители работы образовательной организации. Таким образом, вот таковая форма собрания проходит на конец учебного года. Про эффект критического планирования я вам уже сказала, о том, как они проходят, и коротко. И иногда на уровне класса, а иногда на уровне школы, это реже проходит собрание в форме лаборатории разрешенных проблем. Что это за форма? Люди приходят также тест-группы. И у каждого возраста есть свои проблемы, общение с детками, и решение, достижение консенсуса родителей и детей. И каждая группа формулирует свою проблему, которую они считают нужным при помощи приема медиат, которую они считают нужным сформулировать. И таким образом за каждым столом вверху формата А3 прописывается проблема или вопрос. Дальше родители, двигаясь по часовой стрелке, присаживаясь за каждой своей группой на 5-7 минут, пытаются ответить на свои вопросы, дать свои банки деньги. Знаете, лучше, чем обмен родительским опытом родителей и родителей, более эффективных еще я еще не видела, потому что сердце одного возраста, у кого-то есть уже старые 30 дети. И отвечая на твой вопрос, они делятся своими опытом, они задают вопросы друг другу, это происходит в форме организованной, во времени скоррелированной, и таким образом набирают свой ряд идей по решению определенных проблем родителей конкретного класса, конкретной параллели, конкретного возраста. Ну вот таким вот образом запускаются благотворительные проекты в гимназии ежегодно. Запускаются благотворительные проекты, и это не только ярмарки на фестивале «Весна гимназия». Так, в прошлом году родители одного из классов очень инициативой провести благотворительный концерт в гимназии вместе с участником, с солистом группы «Агата Кристи» с Ильёй Самойловым. Я была удивлена, потому что это предложил ребенок из этой семьи, о том, что он знаком, на концерте познакомился. Но когда я позвонила Вадиму, я убедилась, что есть потрясающие люди, великодушные в нашей стране, среди целого ряда и музыкантов в том числе. И уже два благотворительных концерта прошли на базе гимназии, когда Вадим со всей группой своей отработал, а родители и выпускники приобретали билеты за 100 или 200 рублей через также коммерческий партнер «Спартанский союз». И была оказана весомая помощь детям в приобретении инвестиционных курсов, приобретали и другие моменты. Я же еще обещала рассказать про собрание в формате 3D. Вообще это очень такая эффективная форма родительского собрания, которая проводится эффективнее внутри класса, хотя я в прошлом году в двух параллелях на 7 классах и 8 ее тоже отрабатывала. В чем суть? Дети сидят тремя группами. Если это один класс, то дети родители всегда будут 3 группы. Если это 2 класса, то дети 2 группы А и Б класс, дети родители 2 группы там А и Б и так далее. И модератор короткого собрания делает на начало собрания очень краткую информацию о уровне, о качестве образования данной параллели или данного класса. Для этого собирается, проводится анкетирование по выполнению домашнего задания, проводится итоги работы по дистанционному обучению. Смотрится динамика каждого ребенка внутри класса, вуз и так далее. И, не называя фамилии, естественно, дается общая картинка динамики класса, в ходе которой собрание проходит с целью улучшения качества образования, вот именно эти отработанные модели. И в финале дети задаются вопрос, какую же явную проблему
увидели ребята, работают педагоги. Многие начинают говорить о том, что недостаточный уровень образования, недостаточно мотивации данного класса. После этого начинается работа по помощи SWOT-анализа. Когда каждый участник образовательных отношений, по-моему, у меня это есть SWOT-анализ, я его уже показывала. Да, когда дети конкретного класса отмечают сильные стороны класса, дети отмечают зоны роста этого класса, и реально все понимают, что сильные стороны – это возможность для развития детей, зоны роста с ними работать – это риски для развития. Этот же SWOT-анализ отдельно за собой дополняют педагоги по конкретному классу, и такой же SWOT-анализ дополняют родители по конкретному классу. А после этого предоставляется слово детям, родителям и педагогам, и составляется некая общая таблица на уже флипчарте сильных сторон класса и зон роста. Среди зон роста, конечно, выделяется собрание, собранность, проводится данная форма по конкретным вопросам обучения. Дальше, конечно, выделяется зоны роста класса, где в том числе вопросы, связанные и с нежеланием некоторых учиться, с выполнением домашних заданий, наверное, и что-то еще. После этого с детьми формулируется конкретная цель, да, с точки зрения движения качества образования, что необходимо, что можно улучшить, да. Эта цель формулируется по смарту, а дальше задается следующий вопрос. Напишите, пожалуйста, что необходимо делать детям на листочке А4, дети подписывают листочек дети. Родители подписывают листочек своих родителей. А педагоги подписывают педагоги. И первый этап начинается так. Дети, педагоги для себя пишут, что необходимо сделать еще, в чем помочь, чтобы качество образования в конкретном 7-м есть активировано. Дети очень хорошо, группа работает, знаете, родители, в общем-то, начинают работать активно, педагоги через какое-то время, решив, что они так все делают, начинают все равно писать и предлагать какие-то конкретные вещи. А дальше, эти листочки, родители и педагоги остаются за своими столами, а вот эти листочки переходят по кругу на один шаг, и к педагогам попадает листочек, который подписан детям. Где дети написали себе, что же они должны делать. Через, подчеркивая линию, педагоги предлагают и прописывают в этом листочке, что же они предлагают делать детям, на что обратить внимание, чтобы качество образования было лучше. Таким образом, листочек с детьми проходит детей, педагогов и родителей. Листочек с родителями, педагогов и детей. Знаете, какие искренние бывают предложения в сторону родителей. Какие честные предложения по поводу педагога. И педагоги, особенно модератор ведет очень корректно эту работу, держит ситуацию психологического комфорта, контролирует многие вещи, то при такой атмосфере безопасной. И педагоги слышат то, что им нужно услышать. Когда ребята говорят там, о большом количестве домашних заданий, за которого они успевают по одному предмету делать другие. Это честно, это откровенный разговор, и, конечно, это роль модератора для того, чтобы вот эту работу организовать. Финальное детского собрания. Собираются все предложения детей, родителей, педагогов и утверждается рабочая группа и детей, родителей, педагогов. И эта рабочая группа делает протокол согласованных действий, где очень коротко, лаконично для этого класса прописывает предложения для родителей, для детей и для педагогов. В результате лист согласования подписывается всеми педагогами, это уже следующий этап, не на собрание, а после собрания, подписывается родителями и с 14 лет подписывается начинается работа, SWOT-анализ составляется вот такой вот индивидуально классного руководителя на развивающих беседах с каждым ребенком. Дальше зауч, курирующий управление контролирует выполнение всех этих этапов. Ну и через 3 месяца снова проводится собрание, где уже смотрятся результаты. И знаете, я не знаю ни одного класса, который бы после проведения такой работы, собрание 3D, развивающие беседы индивидуально с детьми, согласование всех учреждений и педагогов, не получил бы прирост в качестве образования. Поэтому вот я лишь показала вам ту модель, которая разработана в гимназии с участником всех участников образовательных отношений для того, чтобы была создана единая корпоративная организационная культура, у которой изначально создается бренд-код, цели, символы, ценности, миссия, стиль общения, культура, в которой совместное коллективное планирование, проведение и анализ деятельности,
культура, в которой для родителей максимально идет как бы пропорциональное приложение сил на все стороны работы, информирование, вовлечение, просвещение, соуправление. То есть, если какой-то блок работы не проводится, то есть непростой переход, и мы получаем те проблемы, которые, в общем-то, к сожалению, мы получаем. Вот, таким образом, я очень коротко попыталась буквально на практике, на конкретных примерах показать вам подходы к формированию партнерских отношений, принципы, что касается четырех направлений работы, конкретные события и конкретные формы родительских собраний, которые ведутся для решения определенных конкретных задач. У меня осталось по времени, я готова ответить на ваши вопросы и получить обратную связь. Было ли это для вас полезно в нашем сегодняшнем вебинаре? Что было полезным для вас? Ну и какие-то, может быть, ваши предложения, интересные опыт, которые есть в ваших образовательных организациях по формированию как раз партнерских отношений детей, родителей и педагогов. Да, я жду вашей обратной связи в чате, внизу, внизу строчки, можно написать, поставить Enter, есть что для вас полезное и так далее, и так далее. Если какие-то вопросы у вас, пожалуйста, я готова ответить. Спасибо огромное. Приятно, что было полезно, что все пригодится. Коллеги, которые слушали, пожалуйста, была ли информация полезной? Если у вас есть какие-либо вопросы, у нас есть еще время для того, чтобы получить обратную связь и ответить на вопросы. Да, конечно, завтра утром и ссылку на запись вебинара, и небольшие презентации, которые были, я, конечно же, вам сброшу. Спасибо, Людмила, огромное за оценку материала, который был для вас полезен. Я всегда говорю, что если что-то, хотя бы одна фраза, которая была сказана мной, была полезной, мы не зря провели с вами это время. Я жду вашей обратной связи, насколько был материал полезен. Я жду от вас вопросов, если они есть. Пожалуйста, дорогие коллеги, готова поработать с вами в формате вопросов и ответов. Самое яркое мероприятие, которое появилось по инициативе родителей, это, ну вот последнее, то, что самое яркое, это благотворительный концерт Агаты Кристи, и это фестиваль «Весна гимназии», который первые предложили как раз родители 15 лет назад. Я помню даже этот выпуск, я помню даже фамилии этих родителей, фамилии Ветровы, и, значит, потрясающая семья, значит, и Ижиковы, которые вот буквально на рабочей мозговой группе, говорят, давайте проведем такой мощный фестиваль на улице, и будем принимать участие все. А возможно ли посмотреть интернет-площадку для проведения вебинаров? Я думаю, да. Единственное, что мы сейчас работаем на вебинарах в формате реализации гранта, и площадка оплачивается, поэтому вот ноябрь-декабрь в этом плане вопросы будут решены. На будущее можно будет подумать, как это сделать. Потому что мне кажется, это очень полезно, и у каждой школы есть возможность провести свой вебинар. По каким критериям выбираем классность на 3D? А там, где проблемы есть. Там, где вдруг класс в разнос пошел в какой-то период, появилось море проблем с дисциплиной, с учебой. Выбираем класс, в котором нужна серьезная педагогическая поддержка. Спасибо огромное, Татьяна, очень приятна ваша оценка. Есть 4 мероприятия, которые традиционные каждый год, уже 20 лет, от которых мы никогда не откажемся. Это День здоровья, это лидерские сборы, это День чести и фестиваль «Весна гимназии». Вот такие, эти 4, которые из года в год, они всегда. Просто формы разные, темы разные, программы разные. Спасибо вам, Юлия, за оценку.
Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно. На самом деле, я всегда, моя любимая фраза, только система дает результат. Вот в данном случае, как бы, есть некая система, поэтому опыт вот такой вот, как бы, многоликий. И это в каждом аспекте дает свои результаты. Ну что же, спасибо огромное. Если есть вопросы, я еще готова ответить, и через 3 минутки мы закрываем платформу вебинар. На этой неделе в четверг вебинар по дистанционному обучению, потому что уже 3 года, 5, 6, 7, 8 классы по субботам учатся в дистанции, и это целая система работы. С одной стороны, здоровье сберегается, когда ребятки в субботу в школу не ходят, и суббота все не являются днями такого индивидуального режима. С другой стороны, это хорошие формы по формированию самостоятельности. Вот, поэтому, да, спасибо огромное. На самом деле, можно и уроками, и собраниями дополнять. Вопрос в другом. Мы та организация, которая больше делает, чем описывает, к сожалению, результаты. Поэтому мы очень много делаем. Но очень мало печатаем, это наша зона роста, поэтому, конечно, можно было приложить к любому вебинару кучу сценариев, но больше времени тратим, чтобы делать, чем писать. Собрание 3D – это наша форма, придуманная нашей гимназией. Вот были классные дни, мы показывали мастер-класс по этой форме, по собранию, придуманное нами. На форуме в мартовские каникулы мы будем приглашать всех на мартовский форум 27 по 30 марта, где обязательно будут мастер-классы по 3D собранию. Спасибо огромное, Феликс, за вашу оценку. Спасибо огромное, Светлана, очень приятно. Всем успехов, хорошей рабочей недели. 7 ноября, да, для нас это значит день, когда мы, по крайней мере, все выходили на демонстрацию, нас было много в институте, в школе, мы были дружны, мы были вместе. Ну вот, 27 ноября, поэтому у каждого с его 7 ноября. Спасибо огромное, Астрахань, будем ждать вас в марте, как и всех других, нам на мартовский форум, где мы конкретно не только будем рассказывать, все покажем на деле, все формы, которые у нас есть. Да, с праздником, всего хорошего, всего доброго. Аллочка, спасибо вам. Вы были у нас на классных днях самым активным слушателем и участником. Спасибо вам за оценку. Ирина Викторовна, уважаемая, любимая, Москва, отдельное спасибо. Ваши потрясающие девочки давали потрясающие мастер-классы. Это школа на 321, у которой мы очень многому учимся в Москве. И Ирина Викторовна всегда является самым активным участником наших вебинаров. Мне это очень приятно, потому что она мастер не с такой высокой буквы, что просто я вам и не передам. Школа 21-21 Москвы. Не хочет, много можно научиться. Ну что же, всего хорошего, всего доброго. До новых встреч!